всех отдыхающих. Я не знаю насчет как медицина там посмотреть. Но она, наверное, не будет там везде дежурить. Вот. Ну, потому что случаи разные бывают. Последний случай на комиссии рассматривали, там школьник один немножко употребил. С ним плохо было. Хороший парень, родители пришли. И вот его таскали, хорошо они его стали таскать. Не бросили на лавке отдыхать его. А он без сознания лежит. Они его таскали, таскали до такой степени, что дотаскали до катка, а там уже девчонки сообразили, побежали в Ашан, вызвали скорую помощь, и он в коме 8 часов пролежал. Еле выжил парень вот, от некачественного спиртного напитка. Ребята молодые. Поэтому мы тоже пошли там отдыхать. Значит, я говорю, что ситуация будет достаточно серьезной в этот день. Ну давайте мы посмотрим, как там надо дежурить это все. Да, надо какие-то координаты. Елена Васильевна, все телефоны, всех старших, значит. Мы все на местах. Да, все на местах, Вячеслав Олегович. Вы своих сотрудников тоже всех, значит. Я попрошу так вот, каким-то там попробовать патрулирование там такое, а потом сообщать сразу в полицию, если где-то что-то увидим. Хоть каким-то образом так, негласно хотя бы таким образом. Потому что все равно правильно говорите, все не падают. А если будет еще хорошая погода, то это... Конечно. Мы запретить не можем, мы домой отпустили. Конечно, домой отпустили, они все пойдут. Тони, у нас устало в 10 часов были вечером. И уже 50% оставались дома. Конечно. А здесь они сейчас по углам падут. Брательская пойма, вот здесь сейчас в угол подвелся. В конце Брательской поймы. Так оно и было. Ну, одним словом, значит, Вячеслав Олегович, еще раз письмо подготовим начальник ГУВД. С приложением всего графика и мест возможной, как ее назвать? Дислокация. Дислокация. Сложно. Дислокация. Отдыха. Отдых. Отдыха. Вот и все. Вы с Москворечь собора усвяжитесь, они пойдут туда, в их парк тоже, на Борисских прудах. Разборки будут между районами. Да, мы сейчас сгущаем краски, у нас молодежь хорошая. Нет, мы не сгущаем, Александр Алексеевич, мы реально смотрим на вещи. Нет, я про разборки. Надеемся на лучшее, но готовимся. Надеемся на лучшее, но, конечно. Ну, лучше перестраховаться. Да, перестраховаться надо обязательно. Да, обязательно. Поэтому, значит, здесь Меленков за вами, вместе с Сергеем Васильевичем, у нас координируют все действия, вместе с полицией. Если надо привлечь там дружину народную, привлекайте дорожную народную дружину, привлекайте Бернадского опорный пункт. Просить, чтобы в день они оказали помощь. Там самое главное, что патруль, да? Вот прошли, посмотрели, увидели, не надо лезть туда самим, сообщили в полицию, либо сообщили руководителю образовательного учреждения, они сами примут меры там и знают, кто кого там вызвать родителей. Потому что в полицию тоже не особо там всех сдавать, что ли. Ребята отдыхают. Есть руководитель образовательного учреждения, правильно? Быстренько сообщили, там конечно. Вы уже сами сообразили, что сделать. Заберем. Да, если уж там драка, ну тогда уж полиция принимает меры. Понятно, нет. Транспортировать. Да, надо, конечно, все это дело держать на своем контроле. Да? Это у нас какого числа будет? Четверг. 23, 24, 25 мая. Три дня. Три дня, да? Официального праздника, конечно, нет. Ну, понятно. 23 число – это последний учебный день у 9-11 классов по образовательным организациям, за исключением 1998 и 998. А у них почему? А у них позже, потому что они по традиционным каникулам. Понятно. А 4 образовательных организации идут по модульным каникулам. А 20 число – первый экзамен 9 классов. Да, и первый. Да. 20 число уже первый экзамен.